Йо, what's up, друзья, всем привет, с вами Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это анбоксинг. Я не помню, был ли у меня на канале когда-нибудь анбоксинг, но вот, анбоксинг. Я, видите, как специально подготовился, одел футболочку Шинода, кулончик у меня здесь и так далее. Все не просто так, сегодня мы будем открывать эту посылочку. Делюкс издание Linkin Park, альбома Linkin Park Hybrid Theory, гибридная теория. Вот, я думаю, не будем уже тянуть. Короче, это я уже знаю, что там. Просто это видео для тех, кому интересно вообще, кто не в курсе. Вот, так что давайте смотреть. Блин, очень волнительно. Я боюсь. Надо как-то аккуратно, короче, все это дело открыть. Ну, посылочка где-то 35 на 38, ширина, ну, 8, наверное, весит где-то 3 килограмма, как написано у меня тут. Я уже видел анбоксинг Майка Шиноды, вот, и видел содержимое, что там, ну, ясень-пень на фотке только, но каким это пришло мне, я не в курсе. Вам, наверное, не видно, я специально поставил такой формат съемки. Надеюсь, что у вас все будет видно. Отдельная вообще благодарность винилотеке и Linkin Park Coalition группе ВКонтакте за то, что подсказали, где можно заказать. Заказывал я с винилотеки. Можно было с Амазона и так далее, короче. Но там выходило дороже. А винилотека подогнала со скидкой. Причем и бесплатной доставкой. Ну вот так вот. Упаковала у нас винилотека, мой адрес, фамилия, имя, отчество. А, и номер правильно тут. Ну, а, ну да. Короче, у меня был косяк, я неправильно номер указал при заказе. И понял это только спустя месяц. Было забавно. Ух. Да, неплохо, неплохо. Я вас понял. Короче, бестолковое занятие, можно рвать коробку. Фу, очень волнительно, капец. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Тут музычка, в общем. О май гад. Красота, красотень. Здесь вот, собственно, написано, что нас ждет в этом делюкс издании, то есть альбомы, альбом ремиксов, EP-шка, CD-диски, кассета, DVD 3 и еще, короче, книжка и так далее. Так, вот тут уже надо поаккуратней. Ну ладно, я думаю, это не страшно. Ну что, она еще такая, такая приятная на ощупь, матовая. И какой все-таки крутой золотой логотип. Просто балдежная фигня. Так, ну, не видно будет, как я открываю. Так, ну что, давайте открывать. Давай, открывайся, тяжело идет. Тяжело. Как у меня не получается? Блин, у Майка получилось просто. У меня нифига. О. Та-да-дам. Та-да-дам. Так, куда бы все это складывать? Это тоже, конечно, вопрос. О, как это замечательно. Сейчас все покажу. Короче. Вот. Видно, не видно, как это все еще доставать. Это, в общем, у нас здесь книжка. Книжка с фотографиями, с какими-то историями от группы. Видите, тут снизу все прописано и так далее.
Вот такой плакат нас, кстати, ждет. Блин, супер просто оформление, очень крутое. Все практически в одной стилистике. Ну, сама бумага уж, понятно, делает. Ой, красота! Просто я сейчас буду сидеть и рассматривать каждое изображение, каждую картиночку и так далее. У меня, помню, был MP3 диск вот с этой фоточкой. И там был пиратский альбом Under Attack, назывался он. Там были песни их несколько, еще одной там группы и какие-то демо-ремиксы. Так, это у нас, в общем, арт. Угу. Сейчас, ладно, вернемся. Это у нас арты. Такие рисуночки от Джо Хана, вот этот. Этот рисуночек от Майка Шиноды. И я так понял, он все-таки косячный, видите? То есть здесь вот такая вот тема. Ну, типа, видно пиксели. Прикол этого издания в том, то, что некоторым фанатам, может всем даже, пришли эти издания с ошибками. Я не знаю, как так получилось, но люди ошиблись уж там в каких-то местах, там где-то песни оборваны, где-то вот с дисками там попутали что-то и так далее. Ну, походу, у меня тоже. Это от Фрэнка Медока. Медекс. Вот. Плакат с Честером. Это по-любому появится у меня на стене. Рядом с афишей, я думаю, вы заметили, вообще афиша с автографами Linkin Park, когда они приезжали в 2012 году. Вот. Я думаю, вообще все эти 4 вот 3 эти арт изображения и плакат я, наверное, все-таки размещу у себя на стене. Так, ну и переходим к винилу, я так понял. Блин, вот доставать сложно, конечно, ребят. Хотя нет, нормально. Впервые вообще. У меня винила никогда не было. Я, походу, скоро возьму себе виниловый проигрыватель. Вот такая вот красота. Все прописано, кто что. Очень круто оформлено. Я так понял, тут некоторые у нас CD, я не знаю насчет винила, но они иначе как-то оформлены. Так, а это что у нас? Еще раз, что ли? А, это тексты песен. О, прикольно, прикольно. Да, я упустил этот момент. К сожалению, походу, на этих винилах у меня есть тоже ошибки, обрывание песен и так далее. Но, по сути, это все не так страшно. Обидно, конечно, но что, куда деваться сейчас? Ой, красота, красота. Ой, вот же я ничего не показал. Одна из любимых, наверное, фотографий моих. Очень крутая. Честер здесь просто мощный, опасный тип. Класс, класс, класс. Так, идем дальше. Винил Reanimation. Тогда тоже это, да и вообще сейчас это супер крутой альбом ремиксов. Очень обожал его. Особенно By Myself, With You, Pushing Me Away, In The End. Ну, короче, многие треки я... Ремиксы на эти треки я вообще просто обожал. Так, а это что у нас такое? А, ну тут типа кто участвовал в этих треках и так далее. Угу. Сам винил. А, тут по два винила. О, а тут тоже, наверное, так. Я что-то этот не спалил, видимо. Но здесь больше тут, собственно, текстов нету. Ну ладно, но оформление, посмотрите, просто пушка. Пушка, пушечка. И Crawling здесь тоже очень крутой. И My December.
Да вообще весь альбом просто супер. Крутые ремиксы. К сожалению, другого такого альбома ремиксов крутого мы не дождались. Был один, конечно, но он никак не сравнится вообще с Reanimation. Ох, как стрёмно все это дело доставать. Собственно, EP-шка. Гибридная теория. Здесь у нас несколько треков. И Part of Me, он у нас секретным треком, очень крутым. Здесь просто у нас, в общем, винил. И тоже такая вот вставочка, ничего особенного. Тоже очень интересно послушать. Все это дело на виниле. Вообще очень интересно. Я, по-моему, первый раз покупаю что-то прям вот, ну вот такое конкретно. Так, ну что, давайте. Здесь у нас сэмплер. Здесь, по-моему, два трека, да? One Step Closer и With You. Слушай, ну вот, собственно, тут больше ничего такого нету. Жаль то, что не как кассета, ну то есть картонная эта коробочка, но ничего страшного. Так, три DVD-шки. И здесь у нас тоже попутали, я так понял. Оформлены они тоже иначе. Ой, блин, стрёмно доставать. Ну, вот такая красота. Ничего особенного, конечно. Project Revolution. И сиквел здесь, типа. Но, по-моему, наоборот. Скорее всего, этот сиквел здесь сейчас. А, ладно, будем смотреть. Это, в общем, у нас тут два концерта. Легендарный Rock and Ring 2001 года. И Fillmore тоже какой-то концерт. Возможно, конечно, я его видел. Сейчас пока не скажу. Так, ну, ламинат, который не заламинирован. То есть, вот он у меня, допустим, проходка LP Underground, заламинированная, все дела. Здесь не заламинировано, это тоже входит типа в список ошибок. Увы, увы. Так, ну и собственно у нас здесь... Я могу типа скачать, видимо, эти треки с этого Deluxe издания. Есть у меня... Я всеми его все тонул сейчас, да? Красавчик. Промокод. Так, окей. Не понял. А, все, вот они. Два диска всего лишь здесь. Тут, в общем, три DVD. Где-то в другом месте, наверное. Я его пока не вижу. What the fuck? А, да, все, он в другом месте. Хм. Странно. Ну, просто не влез, наверное. Тоже легендарное видео. Я думаю, многие фанаты Linkin Park видели. То, как они гоняли там, по концертам и так далее. Ну, просто, короче, влог. И, собственно, здесь треки. Угу. А, ну тут еще видосы, да-да-да. Забыл уже даже, как все это было. Так, ладно, DVD-шки посмотрели. Собственно, альбом на CD. Другой обложкой, вот он, другое оформление. Все диски, я так понял, они одинаковые. Ну, типа, смысла нет открывать, да? Все понятно. Просто они поменяли оформление. Так, раритетные треки. С, ну, тут, в общем, демо. Из любимых, наверное, я могу только назвать Dedicated 99 года. И все. Я не помню просто остальные. Ну, многие из них. Обязательно, конечно, все это дело прослушается. Демо Forgotten.
Не знаю, не понял, почему именно. А, тут не только его. Все понял. Здесь тоже, в общем, демки. Есть демки первой группы с марком Zero. Xero, как угодно, короче. Тут тоже собрание демочек. Linkin Park, Rarities, альбом. Так, тоже также CD Reanimation. Ну, видели, да, показывал я. Другое оформление. Собственно, все то же самое. B-Side Rarities. Ну, тут, в общем, тоже какие-то треки. Сейчас я скажу, что конкретно здесь есть. Так, сейчас все это оформим. Быстренько. Короче, здесь у нас винил и CD альбома «Гибридная теория». Винил и CD Reanimation, винил вот этот вот гибридной теории EP, потом B-Sides Rarities, в этом CD собраны все когда-либо выпущенные на синглах, B-Sides, специальных изданиях и так далее треки, отдельный разговор is going down, композиция extensions, так далее. LPU Rarities — это демо записи группы тех времен, издававшиеся ранее в рамках Linkin Park Underground. Вот, здесь, ну, не все, просто с каждого издания там какой-то трек добавили. Жаль, тут нету QWERTY. Вот. Forgotten Demos, те самые демо, что нам тизерили на сайте с августа, я не в курсе. DVD Fred Parry, первый DVD группы, который идеально подойдет для знакомства с ними. DVD, продолжение вот этого Fred Parry, сиквел типа, короче. Здесь два концерта в Сан-Диего и Лас-Вегасе, на которые бы какие-то треки, короче, и так далее. Третий DVD — это вот Fillmore 2001 и Rock'em Ring 2001, просто два концерта. Сэмплер. Реплика промо-кассеты, отправленная всем членам Linkin Park Street Team. А, понял, вон он что. Постер Фрэнка Мэддокса. Разные у нас тут. Три арта. И 80-страничная книга, содержащая ранее не опубликованные фото и материалы от группы. А, ну и, собственно, этот ламинат, который, к сожалению, не заламинирован. Я, наверное, схожу сам и заламинирую. В общем, я очень рад, очень доволен. Сейчас проверю CD-шки. Как вообще, там есть косяки, нет. Ну, по-любому. По-любому, мне кажется, есть, если я уже наткнулся вот на ламинат и на косячный арт. Ну, по сути, это не так уж и заметно. Сейчас посмотрим. Мне кажется, он везде такой. Либо я ошибаюсь, но, глядя на фотку, по-моему, так все и есть. Может, так и должно быть, конечно, фиг знает. Не знаю. Ну и, собственно, буду копаться вот в этой книжечке. Че, я не знаю, что вам еще сказать. Я очень рад. Очень доволен покупкой. Обошлось мне это все в 13 чем-то тысяч. Это прям очень крутой подарочек. Ну, я себе такой решил подарочек на день рождения сделать. Заказал себе делюкс издание альбома. Как вы видите, у меня есть афишка. У меня есть медиатор, который я поймал в 2011 году на концерте. Короче, ну, по чуть-чуть что-то у меня есть. Такая вот какая-то коллекция, в общем, у меня получается. И, ну, надеюсь, то, что в дальнейшем группа выпустит все-таки такое же издание альбома «Метеора». И вообще, каждое такое издание спустя там 20 лет было бы вообще круто получать. И получилось бы, простите за тавтологию, очень крутая коллекция. На этом все. Такой вот у нас получился анбоксинг. Я надеюсь, вам более-менее стало понятно, что здесь есть. Я счастлив, вы счастливы, верно. Короче,
спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк этому видео, если понравилось. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.